Друзья, здравствуйте. Меня зовут Сергей Горбачев, компания «Котлов», город Санкт-Петербург. Сегодня мы с вами находимся на нашем новом объекте в поселке Ольгино. Данное помещение площадью 300 квадратных метров будет отапливаться пеллетным котлом мощностью 35 кВт. Система отопления помимо котла будут составлять три тепловентилятора «Вулкан», которые будут смонтированы на колоннах максимально высоко под потолком данного здания. К монтажу системы отопления мы переходим после того, как будет закрыт теплый контур данного ангара, а именно смонтированы сэндвич-панели на стенах и кровле. Толщина фасадных сэндвич-панелей 100 мм, толщина кровельных сэндвич-панелей 120 мм. К каждому тепловентилятору подводится датчик температуры, который, отключая тепловентилятор, при достижении необходимых параметров, температуру заказчик сможет выбирать по своему усмотрению. Тем самым, отключаясь, «Вулкан» не будет тратить энергию и будет экономить заказчику деньги. Друзья, если у вас есть подобное помещение и вам необходимо решить задачу с отоплением, переходите по ссылке внизу видео, оставляйте заявку, мы приедем к вам, проконсультируем и в кратчайшие сроки соберем систему отопления, которая позволит вам экономить до 300 тысяч рублей в год на отоплении.